Многие оркестры мировые добиваются возможности выступить, дать концерт в этом зале многие годы. Заявки на 10 и более лет вперед. И возникло предложение о том, чтобы наш губернаторский симфонический оркестр дал концерт в Золотом зале Европы «Мюзикферейн». Взыскательное, очень взыскательное, наверное, самое взыскательное, если не сказать в мире, то в Европе точно, венская публика, которая очень хорошо знает цену вот таким произведениям, слаженности и уровню исполнения. Но Вена есть Вена, и когда Вена признает Дунаевского, и там, где знает Йоганна Штрауса, где признают и Дунаевского, это, я думаю, что это мы не зря живем, не зря играем, не зря поехали в Вену. Понимаете, это ведь, в принципе, это ведь пропаганда не только иркутская, это пропаганда российского искусства, русской музыки. Сегодня концерт действительно первоклассный. Илмар Лапинч подготовил замечательную программу. Мне очень понравилось, что она в чем-то созвучна или перекликается с новогодним концертом 1 января, который Венский филармонический оркестр каждый год не только проводит в этом же зале, но и транслирует его на почти 100 стран мира. Наше мероприятие, иркутское мероприятие, уже становится хорошей традицией, мы этому искренне рады. Зал был полный, и концерт прошел на какой-то такой высокой, красивой ноте. Я думаю, что самое ценное и лучшее, что может быть после этого концерта, это то, что принято решение, что такие концерты будут регулярными. Самая большая трудность была, наверное, поверить в саму идею даже, то, что наш провинциальный оркестр может оказаться на самой знаменитой европейской площадке, такой как Золотой зал Мюзикферейн. Мечтать играть в этом зале, как говорится, могут самые выдающиеся оркестры. Это и Чикагский симфонический, это и Берлинский симфонический, и Баварского радио, и Лондонский королевский. И можно бесконечно перечислять оркестры, которые хотели бы и мечтали бы играть в этом зале. И вот, наконец-то, в 2018 году нашему губернаторскому симфоническому оркестру выпала такая уникальная возможность и честь большая выступить в этом зале. Настолько это было для оркестра неожиданно, необыкновенно. Я даже, наверное, не побоюсь этого слова, волшебно. Что даже уже находясь в Золотом зале, люди находились в каком-то, вы знаете, состоянии эйфории. И настолько каждый артист выложился в этом выступлении, что концерт прошел просто превосходно. И овации были очень продолжительными. И сразу же после концерта директор зала нам предложил повторить наш успех 13 января 2019 года. Там дебютировал Шуберт, Брамс. Это зал Малера, Герберт фон Караяна, великолепного мирового дирижера. Вы представляете, вся сцена, она испещрена мелкими такими трещинками. И эта сцена не ремонтировалась с 19 века. И когда ты вступаешь на эту сцену, вот я говорю, у меня до сих пор мурашки. Конечно, возникает необыкновенное ощущение. Перед своим выступлением я, надо сказать, очень волновалась. Но мой выход на сцену маэстро Илмар Артурович немного срежиссировал. Он вывел меня за руку. И вы себе не представляете, я почувствовала такой восторг, такое счастье. Сколько поколений в этом зале? Сколько людей? Да? Какая музыка звучала в этом зале? Был какой-то трепет. Во-первых, сам по себе зал с шикарнейшей акустикой.
все вот в этом золоте, то есть вот эта красота, эта красота не только радует глаз, но и радует ухо. В Сибири, оказывается, за Уралом люди живут, играют на музыкальных инструментах и играют очень даже хорошо. В этом как раз и была, наверное, гордость какая-то за нас, за нашу Сибирь, за то, что у нас появилась такая возможность выехать и показать Европе свое искусство. Если говорить о русской душе в Европе, и если кто-то послушал концерты вчера и сегодня, то представление о русской душе увеличивается в 10 раз. Ничего не потеряно, если стремиться позитивно, стремиться к добру, к свету, к любви, к прекрасному, то можно, мне кажется, изменить очень большое количество мнений людей о каких-то отрицательных моментах. Мы сближаемся и становимся во время концертов, во время праздников музыки, мы становимся единым целым. Идея провести такие концерты здесь, в Австрии, это лучший посыл от Иркутской области в Европе. Был очень трогательный момент во время нашего визита в Вену. Это возложение венков к памятнику герою освобождения Вены. Я вообще патриот своей страны. Я очень люблю Россию. Для меня старшее поколение, которое дало нам возможность жить так, как мы сейчас живем. Я считаю, что мы, в принципе, очень прилично и хорошо живем. Поэтому мы должны с уважением относиться к нашей истории. Когда смотришь на этих генералов, которые мечтают о том, чтобы кого-то бомбить, ну, понимаете, они учились воевать, а то они проживут жизнь и не будут воевать. Ну, а если земли потом не будет, ну, нет, но я все-таки провоевал. Вот это обидно. Ну, понимаете, мы же тоже должны играть. Мы же учились. Хотя, понимаете, было бы самое правильное, наверное, если есть конфликт между двумя державами, пустить бы их руководителей в ринг, и пускай они там дерутся. Я думаю, что наши бы победили. Я убежден.
музыке хорошо то, что не нужен перевод. Язык музыки, он действует на психику, иногда действует на инстинктах даже, но язык музыки в основном понятен. И если мы что-то можем сделать для того, чтобы венская публика относилась лучше и искреннее к России, значит, это значит, что мы живем не напрасно. Там был Чайковский, Глинка, Дунаевский. Мне кажется, что 1 января, пускай все играют Йоганна Штрауса, а 13-го весь мир обязан играть Чайковского, Глинку и Дунаевского, и сербов. Сербы с этим маршем шли на войну Первой мировой войны. И вообще-то они колотили австрийцев. После первого раза, когда мы сыграли это год тому назад, ко мне там 3-4 человека поднялись и ушли, пока мы играли. Потом сербская дипломатка спрашивает: «Что вы играли? Вы знаете, что это такое?» Я говорю: «Знаю». «А ну вы знаете, что сербы били австрийцев по этим маршам?» «Знаю». «Ну а что, почему вы здесь играли?» Я говорю: «Ну потому что музыка есть музыка». А для сербов это то же самое, что для нас яблочко, что для нас, не знаю, наши военные песни. Это у сербов вот так здесь вытаскивает сердце. Ну и нельзя это не играть. Пускай австрийцы в следующий раз не начинают. Thank you.
Наш оркестр очень искренний. И всю музыку они переживают и дают вот это переживание публике. Почему публика нас любит? Поездка в Вену была фееричной, потому что это музыкальная столица мира. У нас состоялось 3 прекрасных концерта в лучшей мировой филармонии, концертном зале, в Musikverein, в русском посольстве и в консерватории Amadeus. Дети, которые нас слушали, они были благодарными слушателями. И поэтому самые радужные впечатления остались от этого концерта. В этом концерте я пела больше, я пела арию «Русалки» Дворжика. Вот, боже мой. Моцарта, да, я пела в Академии Моцарта арию Моцарта, концертную арию Моцарта, одну из самых поздних арий Моцарта, «Вадо Мадове». «Жизнь, что ты дальше мне сулишь». Консерватория Amadeus – это, я так понимаю, частная консерватория, где детки обучаются музыке от начала до конца. Очень интересная музыкальная школа это была. Мы выступали. Там зал для концертов был слишком маленький, чтобы вместить наш оркестр, 80 человек. Поэтому у нас был концерт в спортивном зале. Okay, put down, Ade. Мне всегда мой педагог Вера Николаевна Небольсина, заслуженная артистка России, солистка Большого театра, она говорила, не важно, где ты поешь, важно, что ты поешь, что ты несешь людям. Площадки могут быть у всех разные. И я не считаю, что спортивный зал – это как-то худо. Нет, ни в коем случае. Это то, где мы могли дарить свое искусство детям. Ну, там не хватало для всех стульев, и там были такие ковры, вот матрасы, и на них дети лежали вот так и слушали нас. Ну, это было вообще очень симпатично. Яблочко – это какой-то сгусток российской души. Вот мы хороши и хороши, но нас не трожь. Вот это все то, что мы сказали. Спокойные, но трогать не надо. Все. Первый раз, когда увидел выступление вашего оркестра в прошлом году в Вене, в Musikverein, меня поразило название оркестра. Иркутск — это не Москва, это не Санкт-Петербург, это, в общем-то, отдаленная часть России. Меня поразило, что, в общем-то, страна очень большая, огромная.
и насколько музыкально, культурным является каждая часть ее. And the country itself. Для нас это большая честь, что вы выбрали именно нашу школу, наш скромный спортзал для вашей репетиции генеральной перед важным выступлением. И мы благодарны оркестру, музыкантам и дирижеру за ваше выступление. Очень искреннее, прекрасное и настоящее. Какой-то прекрасный пример для не только состоявшихся музыкантов, но особенно для начинающих музыкантов, как нужно играть и дарить радость каждый день. Знакомим людей другого государства с нашей душой. Это не производство, это не оружие, это не улов рыбы какой-то. Это наша душа. И вот это мы показываем. И это очень важно для того, чтобы люди там нас лучше понимали.